anointing service. У нас будет особенное служение помазания. And I want you to be sure to stay here for that. Дождитесь этого момента. It's going to be something very special. Это будет что-то особенное. I want you to be aware of. Я хочу, чтобы вы знали об этом. And I'm not going to be in a hurry. Я не буду торопиться. I feel very comfortable among you. Я чувствую себя как дома среди вас. Sometimes when I'm in places, the security makes they kind of take me away to some back room. Иногда, когда я проповедую на конференциях, то служба охраны меня уводит, так ограждает всех. But I actually feel very safe among you. Но я чувствую очень себя безопасно среди вас. One of the things I try to teach people. Я кое-чему пытаюсь научить людей. Never trust a shepherd that doesn't smell like sheep. Не доверяйте пастуху, который не пахнет овцой. Want me to say that again? Я повторюсь. People are taking notes. Запишите эту мысль. Never trust a shepherd that does not smell like sheep. Не доверяйте пастырям, которые не пахнут как овцы. So I've been shaking hands all day. Поэтому я пожимаю руки весь день. When I go home, когда возвращаюсь домой, I will smell like Ukrainian sheep. Я буду пахнуть как украинские овцы. Amen. Even after the service tonight, даже после сегодняшнего собрания, they've got some of my books that are in Russian. Некоторые книги мне принесли на русском. Somewhere right up here, где-то вон там, they have a table set up. Устанавливается столик с моей литературой. I'll sign the books. Я буду подписывать книги. I'll let you take pictures. Я позволяю делать фотографии со мной. Until my eyes are too blind. Пока мои глаза не поблекнут. And how many of you enjoyed the worship band last night, Ocean of Love? Кому понравился океан любви вчера эта группа прославления? Did you like that? Вам понравилось? We got some more CDs of their worship. У нас есть еще CD с их прославлением. You cannot buy them. Их нельзя покупать, они не для продажи. But if you donate to our project to help spread Russian-speaking, Russian-language worship. Но если вы можете пожертвовать какую-то сумму для того, чтобы это пошло на покрытие, но проекта распространения служения поклонения по России, по всем русскоговорящим странам. Then we'll give you one of the CDs. И мы хотим подарить вам один из CD. And there's not, but only maybe 500 of them, so there's not many. Ну, там, может быть, 500 осталось, не так уж и много их. I want to personally thank Pastor Sergey. Я хочу поблагодарить лично пастора Сергея. And I want to recognize him as a son in the gospel. Я хочу признать его как сына в Евангелии. Sometimes my books go around the world and I'm not even aware of their impact. Я иногда мои книги расходятся по миру, и я не знаю о последствиях этого распространения. But to come here and see the impact of my books multiplied among all of you. Но когда я вижу влияние моих книг на вас и как это распространяется. It touches me very deeply. Это очень глубоко касается меня. And I told him, I said, I feel like him like a father would a son. Я чувствую, я ему говорил, я чувствую себя как отец по отношению к сыну. And I've invited him to come visit me in my home in the U.S. И я пригласил его к себе домой в Америке. So we can develop further relationships. Чтобы мы могли развивать личные отношения. I believe in what he's doing. Я верю в то, что он делает. Amen. Amen. Stand up, Pastor Sergey. Встань, пожалуйста, Сергей. How many of you are thankful for him putting to this? Кто из вас благодарен Сергею за то, что он организовал всю эту конференцию и пожертвовал многим лично? See, you need to understand something. Вам надо понять кое-что. I get invited to go to many conferences. Меня приглашают на многие конференции. But in the kingdom of God, things operate by relationship. Но в Царстве Божьем все происходит из взаимоотношений. So you have to constantly work on the relationship. Поэтому надо постоянно трудиться над отношениями. And I've met many pastors here that I want to work on becoming in good relationship with them. Я познакомился со многими пастырями здесь, но я бы хотел поддерживать эти отношения. I want to be in good relationship with Pastor Boris. Я бы хотел поддерживать отношения с пастором Борисом. So he can teach me how to dance. Like чтобы он научил меня танцевать толком. And many other pastors. С многими другими пастырями. How many of you are grateful for the pastors who have supported all of you being here? Кто из вас благодарен Богу за пастырей, которые поддержали это движение, эту конференцию? Thank you, pastors. Спасибо, пастыри. I want you to open your Bibles to the book of Leviticus. Откройте, пожалуйста, книгу Левит. I know that you've been in the conference all day and you're
your body and your mind is tired. Я знаю, что вы на конференции весь день, и ваши тела и мысли уже путаются, тела устали. So I'm praying for strength to come to you. Я поэтому молюсь о силе, чтобы пришла к вам. I want to talk to you about holy smoke. Я хочу поговорить с вами о святом курении. Holy smoke. Святое курение. I'm not talking about smoke from cigarette. Я не о сигаретах говорю. Or cigar. Не о сигарах. Or pipe. Или трубке. I'm talking about holy smoke. Я говорю о святом курении. In the Old Testament, they had a way of worshiping. В ветхозаветное время развивались стили поклонения. Where they would take a censer. Когда брали курение. And they would make smoke with it. И возносили Богу. It was particularly open to Leviticus chapter 16. 16 главу Левит, откройте, пожалуйста. This form of worship. Эта форма поклонения. Was used when they wanted to enter into the presence of God. Использовалась, когда хотели войти непосредственно в присутствие Божие. Teach me the Russian word for presence of God. Присутствие Бога. Присутствие Бога. Right. Good. Присутствие Бога. How many of you want to enter into the presence of God? Кто из вас хотел бы входить в присутствие Божье? Where you feel His presence. Когда вы чувствуете Его присутствие. Not just the talking about Him. Не о Нем, когда говорится. A lot of times we talk about Him. Часто мы говорим о Нем. But we don't talk to Him. Но не говорим с Ним. I don't want to just have someone describe Him to me. Я бы не хотел, чтобы мне просто описывали Его. I want to meet Him. Я хочу встречи с Ним. And one of the things that they would do when they wanted to go into the presence of God. Когда хотели входить в Божье присутствие. They would take the censer. Брали благовоние. And they would make smoke. И воскуряли его. Let's read from verse 12 of chapter 16 of Leviticus. Давайте прочтем из 12 стиха 16 Левит. He's talking to the high priest. Обращается Бог к первосвященнику. And he shall take a censer full of burning coals of fire from the altar of the Lord. И возьмет горящих уголей в полную кадильницу с жертвенника. And his hands full of sweet incense, beaten small. Который пред лицом Господа и благовонного мелко источенного курения полной горсти. And he will bring it within the veil. И внесет за завесу. And he will put the incense on the fire before the Lord. И положит курение на огонь пред лицом Господним. Now notice this. Обратите внимание. That the cloud of incense may cover the mercy seat that is upon the testimony. И облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения. Does it use the word cloud in Russian? Yeah, the same. Cloud. Облако. Облако. The cloud of incense would cover. Облако курения, чтобы покрыло. And here's why. И вот что. Look at the last phrase of verse 13. Смотрите, обратите внимание на последнюю фразу. That he die not. Дабы ему не умереть. I've got a question for you. У меня есть вопрос к вам. How much smoke would you make if you knew that your life depended on it? Сколько курения вы бы принесли, если бы вы знали, что от этого зависит ваша жизнь? Much. Would you just a little bit of smoke? Вы немножечко бы покурили тогда? Do you know that when someone would go behind the veil? Вы знаете, что когда кто-либо заходил за завесу? Let's make this into the temple or to the tabernacle. Давайте представим, что это есть храм или скиния. In our mind tonight. Ну, в воображении. There's the outer court. Есть the outer court. Внешний двор. Where there would be the laver of water and the altar of sacrifice. Где был жертвенник и где были чаши, ну, моря, то есть воды там была. And then they would come into the holy place. И затем входили во святое. And in the holy place, во святом, there would be the golden candlesticks. Был золотой светильник. And there would be the table of showbread. И было приношение хлеба.
And there would be the altar of incense. И затем был жертвенник кадильный. And then there would be a veil. После этого была завеса. It's like a drapery. It's like a drapery, a curtain. Это как занавес был. But very thick. Очень плотный. Would be like this. Это было бы похоже на следующее. Like this. Come, come. This would be the drapery. The curtain. Вот это была бы завеса. The veil. Завеса. No light could come past it. Через нее не проникал свет совсем. And the reason that veil was there, и причина, по которой была завеса, is to protect us from the glory of God. Защитить нас от Божьей славы. The Bible tells us of stories. Библия рассказывает много историй. Where when people touched the ark, когда люди касались, к примеру, завета ковчега, they were smitten and killed. И мгновенно умирали. The veil behind the veil was the Ark of the Covenant. Был ковчег завета. Upon top of which was the mercy seat. Над крышка была или престол милости. There was two angels. Два ангела. And their wingtips would touch. Их крылья касались. And between their wings между крыльями was the mercy seat, было место милости, where the glory of God would dwell. Там являлась слава Божья. But it's like God was hidden behind the veil. Бог как бы прятался за завесой. He's hidden behind the curtain. Он прятался за завесой. Yet we want to go into His presence. Мы хотим входить в Его присутствие. That's the purpose of worship. Это цель поклонения. It leads you into His presence. Это ведет нас в присутствие Бога. Have you ever, perhaps, stayed in a hotel room? Вы когда-нибудь, ну, к примеру, в гостиничном номере были? Or in some place where the curtains were very thick? Или комната, где очень плотные занавески? Yesterday. Ну, к примеру, вчера. I was very tired. Я очень уставший был. I've been traveling a lot. Я очень много путешествовал, то есть ездил. And so I pulled the drapes closed in the very nice hotel they provided for me. Поэтому я задернул занавески в очень приятном номере гостиничном. It's dark. Было темно. You couldn't even tell when the sun came up. И даже нельзя было определить, когда встало солнце. And I slept and I slept and I slept. Я спал, не пробуждаясь. I needed to do that sleep. Мне нужно было это. But when I woke up, когда я проснулся, it was dark in the room. Было темно в комнате. I had to go find where the opening and the curtain was. Я должен был на ощупь искать, ну, соединение этих занавесок. Where the split. Okay. Где, ну, где был шов или, ну, how many of you know what I'm talking about? Кто из вас понимает, о чем я говорю? You hit the curtains. То есть вы щупаете как бы в занавесках, где эта брешь, где эта разделяющая линия. Oh, there it is. Вот она. And then you can open. И тогда вы открываете. That's what worship is like. Вот на что похоже поклонение. Pastor Andre is leading worship. Пастор Андрей вел поклонение. It's like he's running his hands on the veil. Он как бы пробегался рукой по занавесу. He's looking for the place where the opening is. Ища место, где можно раздернуть, раздвинуть занавес. Have you ever noticed that when we're in worship? When we are in worship, когда мы в поклонении, вы заметили, and we're что singing a song, мы поем песню какую-то, and we then sing another song, и потом другую песню поем, and then finally we sing a song, and boom, God's presence is there. Наступает еще одна песня, и неожиданно проявляется Божье присутствие. It's the worship leaders. То есть это для лидера прославления важно. Finding the place, найти это место, where the opening is, где открываются шторы. They just keep moving their hands back and forth. Продолжаем двигать руку. Туда-сюда. Until when we certainly there's a certain sound. Пока неожиданно мы не откроем это присутствие, то есть найдем щель. Something I want you to know. Я хочу, чтобы вы поняли что-то. Very important. Очень важное. Sometimes when we have a great service. Иногда, когда у нас большие собрания, значительные. And the song that they're singing. И песня, которую поется. Seems to open the heavens. Ощущение такое, что она именно открывает небо. And it opens the veil. Открывает занавес. Then sometimes when we come back to the next service. Иногда на следующее собрание. We want to sing the same song. Мы готовим ту же самую песню. Because we think it will take us to the same place. Ожидая, что она нам позволит переживать то же самое, что и вчера. We may even sit in the same seat. Может быть, даже мы садимся на то же самое место. We may even wear the same shirt. Даже ту же рубашку одеваем. But it may not take us to the same place. Но это не обязательно приведет нас к тому же переживанию или в то же самое место. Do you know why? Знаете почему?
God moves the door on us. Бог перемещает дверь, которая приводит к нему. Why would he do that? Почему он это делает? It's very simple. Очень просто. So that relationship does not deteriorate into ritual. Чтобы взаимоотношения не деградировали в ритуал. If it was the same song, если бы это была та же самая песня, in the same place, в том же месте, every time, каждый раз, it's not relationship, это уже не взаимоотношения. It's just a ritual. Это просто ритуал. So in this service, поэтому на этом служении the presence of God visits on this song. Присутствие Божье на этой песне явилось. And people will say, oh, sing that song again. И люди говорят, еще и еще эту песню надо повторить. Okay. Хорошо. We can sing it. Мы споем. But it may not take us to the same но place. Это не обязательно приведет нас к тем же переживаниям. Are you understanding what I'm saying? Вы понимаете, о чем я говорю? Trying to teach you about something about the presence of God. Я пытаюсь научить вас принципам Божьего присутствия. Now, in the Old Testament, в Ветхом Завете, when it was time for the high priest to go behind the veil, когда наступало время первосвященнику входить за завесу, he would have to make smoke. Ему надо было приносить курение. Your Bible said he made a cloud of smoke. Библия говорит, что это было облако курения. Now listen very carefully. Слушайте очень внимательно. This is a biblical principle. Это библейский принцип. That I discovered. Который я обнаружил. That allowed me to get closer to God. Который позволял мне приходить в более плотное общение с Богом. This is not even something you can write notes about. Об этом даже трудно заметки делать. This is something I learned from experience. Это то, что я научился на опыте, то, чему я научился. Whenever God chose to visit with man, когда Бог хочет посетить человека, he often came in a cloud. Он часто является в облаке. I want to say it again. Я повторю. Whenever God chose to come and visit with man, когда Бог предпочитает, решает посетить людей, he often came in a cloud. Он приходит в облаке часто. When he came on the top of the mountain where he met with Moses, чтобы общаться с Моисеем, он явился на вершине горы в облаке. Mount Sinai, на горе Синай. The Bible says a cloud covered the whole top of the mountain. Библия говорит, что вся вершина была покрыта облаком. The Bible says that Moses disappeared into the cloud. И Библия говорит, что Моисей погрузился в это облако. It says that Moses spoke with God face to face. Библия говорит, что Моисей говорил лицом к лицу с Богом. But listen to this. Но послушайте. It says that no man has seen the face of God and lived. Тем не менее здесь написано, что никто не видел Божьего лица и остался жить. So how can Moses talk to God? Как Моисей мог говорить с Богом face to face, лицом к лицу, and not die? И не умереть. The only way is that the cloud was so thick. Единственное, если облако было настолько густым, until he could not see. Что он не мог видеть его. So God to protect Moses from dying. Для того, чтобы сохранить жизнь Моисея, he made the cloud so thick. Бог явился в облаке таком густом, that he could get this close to Moses. Что мог так приблизиться к Моисею. And Moses could not see him. И Моисей не видел его. The Bible says in Leviticus, в книге Левит Библия говорит, that the high priest would make smoke that he did not die. Первосвященник должен был приносить курение для того, чтобы не умереть. We are told by tradition that a rope was tied around the high priest's ankle. Из традиции, ну, предания мы узнаем, что вокруг щиколотки обматывали веревку. So that when he went behind the veil, чтобы когда священник заходил за завесу, if he had not made enough smoke, если он недостаточно принес курение, and he died, и умер бы, bam, he's dead. Мертвый. Okay, now, he's behind the veil and he's dead. Он за завесой мертвый. Who will go get him out? Кто его вытащит? Will you? Вы? If anyone who went behind there already died, если тот, кто зашел передо мной за завесой, уже умер, I'm going to look for volunteers. Я ищу добровольцев. Who say, I'll go get him. И давайте вытащим. I don't see any volunteers. Я не вижу добровольцев. No volunteers? Нет добровольцев. That's why we're told that they tied a rope around their ankle. Поэтому привязывали веревку вокруг щиколотки. That if they died, что если он бы умирал, we could pull him out. Можно было вытащить его за ногу. And then we started all over again. И начиналось все снова.
You think, why is this going on? Почему это происходит, спросите? But in the New Testament, в Новом Завете, when Jesus was transfigured on the top of the mountain, когда Иисус преобразился на вершине горы, what was there? Что было там? Tell me. Скажите мне, что явилось? Cloud. A cloud. Облако. God visited with them. Бог явился, Он посетил. Here's the principle. Вот принцип. Whenever God chooses to visit with us, когда Бог решает посещать нас, He brings His own cloud. Он являет свое облако. But what happens when we choose to visit with Но Him? Но когда мы хотим посетить Его, we have to make our cloud. Нам надо создать наше облако. How do you make a cloud? Как создать облако? I don't think you're understanding very well. Я не уверен, что вы до конца понимаете меня. So I've asked someone to help. Поэтому я хочу, чтобы мне помогли. Maybe you've never seen this. Может быть, вы такого не видели никогда. But it's actually an ancient form of worship. Но это древняя форма поклонения. And I've asked a friend to help me. Я попросил друга принести кое-что. Have they got it ready? Готово уже? Come. It's called a censer. Это называется кадильница. Вы готовы, ребята? Я. Оба. Is it smoking? Okay, it takes a while. Yeah, it starts. See, it's a process. Come up here. It's a process. Это процесс, видите? You can't just immediately say, вы не можете мгновенно сказать, I want smoke. Я хочу курение. No, it's a process. Это процесс. Three things have to happen. Три вещи должны иметь место. There has to be a container. Должен быть сосуд. That's you. Это вы. Look at your neighbor and say, I am the container. Посмотрите на соседа и скажите, это я, это сосуд, кадильница. Hold this up just for a moment. Подержи это мгновение. See, видите? And this is the container. Это контейнер. But in the spirit, you and I are the container. Но в духе мы с вами этот контейнер, ну сосуд. And inside that container, внутри этого сосуда, there has to be fire. Должен быть огонь. Oh, I want to talk to you about the fire. Я хочу поговорить с вами об огне. The fire of the Holy Spirit. Огонь Святого Духа. You have to be filled with the fire. Вы должны быть полны огня. If you have the fire in the container, если есть огонь в сосуде, then what happens next? Что следующее будет? Then you put the incense on it. Тогда туда кладут благовоние. And when you put the incense on, когда вас кладут благовоние, the smoke starts going up. Начинает дым возноситься. And you make smoke. Вы создаете это облако, это дым. I'm trying to teach you something. Я чему-то хочу научить вас. I know you're watching him. I want you to watch him. Я знаю, что глаза все устремлены на него. Я хочу этого. Смотрите, но у меня вопрос. If you knew, если бы вы знали, that your life depended, что ваша жизнь, on how much smoke you made, зависит от того, как много дыма вы before произведете, before you went behind the veil, прежде чем войдете за завесу. How much smoke would you make? Сколько бы вы надымили? Would you say this is enough smoke? Вы бы сказали, что вот этого достаточно? No, I need more smoke. Я думаю, что вы хотели еще. Because your worship, потому что ваше поклонение, is the smoke. И есть этот дым. Your worship, ваше поклонение, is the smoke. И есть курение. So when God chooses to come visit you, когда Бог хочет посетить нас, He brings His own cloud. Он приходит в облаке. But when you want to visit Him, но если мы хотим прийти к Нему, you have to make the cloud. Нам надо создать облако. Otherwise, другими, по-другому иначе, if God comes close to you, если Бог вам приблизится, you die. Вы можете умереть. Now, how many of you want God's presence to come close? Кто бы хотел приближения Божьего присутствия? Do you? Вы бы хотели? Look at what we do. Посмотрите, что мы делаем. We often say, "Oh, come close." Мы говорим: "О, приди." Come near to me. Приблизься ко мне.
God says, I can't. Бог говорит, да я не могу. If I came right close to you right если now, я приблизился к тебе сейчас, you would die. Ты умрешь. So on the one hand, we're inviting him to come close. С одной стороны, мы приглашаем его присутствие. But on the other hand, the way we act keeps him away. То, с другой стороны, то, как мы себя ведем, отталкивает его. So we say, God, come close. И поэтому, когда мы говорим, Бог, приблизься. I can't come yet. Он говорит, я не могу еще. There's not enough smoke. Недостаточно курения. There's not enough worship. Недостаточно поклонения. I'm preaching to you. Я же проповедую вам. I want to challenge your thinking right now. Я хочу бросить вызов вашему мышлению сейчас. The only part of our services. Единственная часть нашего богослужения. That God gets anything out of. От которого Бог получает что-то. Is worship. Это поклонение. Ouch. Hallelujah. God does not get anything out of my preaching. Бог ничего не получает от моей проповеди. Pastor Boris teaching. Или когда пастор Борис учит. Or Paul Zink's preaching. Или когда Пол Зинк проповедует. God doesn't get anything out of our preaching. Бог от этого ничего не получает ни от наших учений, ни проповедей. Can you see God sitting in heaven listening to us preach? Вы можете себе представить, как Бог сидит на небесах и слушает наши проповеди? He's not getting anything out of our preaching. Он ничего не получает от этого. You see God saying, "Hand me a pen." Вы можете представить себе, как он просит ангела, дайте-ка мне быстро ручку. I want to write that down. Я хочу эту мысль записать. I did not know that. О, я не знал этого. Or I want to write that down so I don't forget that. Напишите, пожалуйста, быстро, чтоб я не забыл. Our preaching and our teaching does not do anything for God. Когда я проповедую, учу Богу это не нужно. Sometimes we have an attitude that comes with it. Иногда у нас неправильное отношение, связанное с этим. We say, "I'm going to be late for service." I am going to be late for the church service. Иногда люди решают опоздать на церковное собрание. I'll miss the worship. То есть я как бы пропущу поклонение. But I get there for the preaching. Но я приду вовремя к проповеди. And we're proud of that attitude. И мы гордимся таким подходом. But that's a wrong attitude. Это неправильное отношение. Worship is the only thing that God comes to church for. Поклонение это единственное, что от чего Бог что-то получает. Worship is what we will do in heaven. Поклонение это то, что мы будем делать на небе. Do you want God to draw close to you? Хотите, чтобы Бог приблизился к вам? Then you have to make smoke. Тогда вам надо делать курение. How much smoke do you make? Сколько дыма вы хотите произвести? How close do you want him to come? Насколько близко вы хотите, чтобы Бог приблизился к вам? I'm preaching to you right now. Я проповедую вам сейчас. Are you tired of God staying at a distance from you? Может быть, вам надоело уже, что Бога держите на дистанции? Do you want God to get close to you? Вы хотите, чтобы Бог приближался к вам? Then you have to make smoke. Тогда вам надо курение производить. You have to make worship. Тогда нужно поклонение. And you keep worshiping God. Вы продолжаете поклоняться Богу. Now listen to me. Слушайте меня. Some of you are saying, but that's just a symbol of the Orthodox. Вы скажете, ну это же православные дела. Behind every symbol. За каждым символом. Is a truth. Есть истина. And the truth. А истина. Is that worship. В том, что поклонение is what allows us to get close to позволяет God. Нам приблизиться к Богу. Don't worship the symbol, не поклоняйтесь символу, but honor the truth. Но почитайте истину. Worship поклонение brings us close приближает to God. Нас к Богу. Аллилуйя. How much smoke do you want? Сколько ты хочешь курения в своей жизни? That's not the question. Это даже и не вопрос. The question is this. Вопрос в следующем. How much of God do you want? Сколько Бога ты хочешь? Your worship. Твое поклонение. I feel the presence of God coming in this place. Я реально чувствую Божье присутствие, не из-за этого. Your worship. Когда твое поклонение. Say it to your neighbor. Скажите соседу. My worship. Мое поклонение. Makes the cloud of smoke. Приближает, создает облако курения. Now what are you going to do? Что вы будете делать? Are you going to just sit there? Будете просто сидеть? Are you going to worship? Или поклоняться? Are you just going to say, well, it's okay for
Я чувствую Божье присутствие. I want the worship team to come. Поднимитесь, пожалуйста, группа прославления. I want you to understand something. Я хочу, чтобы вы поняли что-то. You talk about the things I write in a book. Вы говорите о том, что, ну, что в книге написано. Do you want to know how I came to those revelations? Хотите услышать, как я пришел к этим откровениям? Every revelation that I got. Каждое откровение, которое я получал. Came in the midst of worship. Пришло во время поклонения. It did not come because my eyes could see. Оно не пришло так, когда мои глаза открыты. It came because my heart could see. Это пришло потому, что мое сердце могло видеть. They didn't understand. Не понимают. It did not come because my eyes of human understanding can see. Это не из-за человеческого понимания пришло ко мне. It came because my heart could see the truth of God. Но потому что мое сердце увидело истину Божию. Аллилуйя. When the priest would go behind the veil. Когда священник выходил за завесу. It was so smoky. Было настолько задымлено все. He couldn't see. Он не мог видеть. And he would have to feel. Ему нужно было на ощупь. Where he was and what to do. Пробираться, определять, что делать. I want to ask you a very simple question. Простой вопрос задам вам. How many of you remember? Кто из вас помнит? The greatest service that you've ever been in. Самое потрясающее служение, на котором вы были. The most of the presence of God you've ever felt. Когда было наиболее реальное Божье присутствие, когда-то пережитое вам. How many of you can remember that? Кто помнит это? Такое служение. Hold your hand up. Поднимите свою руку. I want to ask a simple question now. Простой вопрос задам вам. Listen, I want you to be very honest. Будьте очень честными. How many of you can remember what the preacher was preaching? Кто помнит, о чем была проповедь в этом собрании, в это служение? A very small amount. Отдельные личности. How many of you can remember what the singers were singing? А кто из вас помнит песни, которые пелись? A little bit more. Немного больше. How many of you remember what you felt? Кто из вас помнит, что вы чувствовали? Every hand. Все подняли руки. Sometimes we spend a lot of energy. Иногда мы так много энергии тратим. On the parts of a service that people will forget. На те части служения, которые люди забудут. They will forget what I say. Они забудут, что я говорю. They will forget what they sung. Люди забывают песни. But they'll never forget what they felt. Но никогда не забывают ощущения или переживания. Do you know what? Знаете что? I hope when you leave this conference tonight. Я очень надеюсь, что когда вы уйдете, покинете этот зал. I hope you don't even remember what I preached about. Вы не будете даже помнить, о чем я проповедовал. But I hope you never forget experiencing the presence of God. Но я так надеюсь, что вы не забудете переживания Божьего присутствия. It's not about my preaching. Дело не в моей проповеди. It's about can we find a place. Это дело в том, можем ли мы найти это место. To open the veil. Разрыв занавеси. Can we make smoke? Можем ли мы принести облако курения? Until God comes close. Пока Бог не приблизится. How many of you want to have an encounter where God is very close to you? Кто бы хотел переживать Бога очень близко к вам? You want that? Вы хотели бы это? Start making smoke right now. Начните прямо сейчас создавать облако курения. Start. Просто начните поклонение. Lift your hands. Поднимите свои руки. Lift your heart. Поднимите свое сердце, вознесите сердце. Begin to worship Him. Начните поклоняться Ему. Вы бы могли вести нас сейчас в поклонение, глубоко Make в поклонение. Smoke. Smoke. Созидайте сейчас это облако. Make smoke. Созидайте это облако. So, God wants to draw near. Бог хочет приближения к нам.
thick smoke. Making a little bit of smoke. Я вижу, кто-то чуть-чуть надымил, совсем чуть-чуть. You cannot have the kind of encounter I'm talking about. Нельзя переживать глубоко Бога, чуть-чуть поклоняясь. Пусть это будет густое облако поклонения. You are the container. Вы этот сосуд. The Holy Spirit is the fire. Святой Дух — это огонь. Add the sacrifice on top of it. Жертву сейчас ему. Принеси эту жертву ему. Lift up your voices. Подними свой голос, возьмись голос свой.
хочу попросить, чтобы барьеры убрали металлические, чтобы люди могли выйти сюда. I want them to allow them to come close. Позвольте, softly, очень спокойно, softly, очень easily, спокойно, мирно. Handle, remember, you're мирно. Coming into God's presence. Мы хотим Божье Keep worshiping. Keep worshiping. Просто я очень попрошу продолжать поклонение. Keep worshiping. Продолжать поклонение. Keep worshiping. Продолжать поклонение. Make smoke. Make smoke. Приносите эту жертву курения сейчас. Make smoke. Приносите жертву курения. How much of God do you want? Сколько Бога вы хотите? How much of God do you want? Сколько Бога вы хотите?
поклоняйся Тебе, поклоняйся, поклоняйся Ему. Люби Его, просто люби Его. Обожай Его сейчас, обнимай Его сейчас. Аллилуйя, Иисус здесь, Он обнимает Тебя. Иисус любит Тебя. Аллилуйя, Бог на Твоей стороне. Бог не против Тебя, Бог за Тебя. Аллилуйя. Это благовоние, это поклонение, это благовонное курение, которое идет к Твоему престолу, Отец, от этих сердец поклонников, которые любят Тебя всем сердцем своим, всею душою своей, всею крепостью своей. Аллилуйя! Аллилуйя! Которые любят Тебя больше всего на свете, которые ищут Тебя больше всего на свете. Дадим аплодисменты Господу. И прославим Его! Никого рядом с собой и не падайте во имя Иисуса Христа, чтобы никого не зацепить рядом с собой. Пожалуйста, будьте очень аккуратными и никого не толкайте. Но сейчас мы прямо так остаемся на своих местах. И сейчас будет еще одна молитва. Я хочу сказать, что сейчас мы сделаем что-то очень особенное. На этой сцене стоят пасторы, епископы, почетные люди. Люди, не просто почетные люди, люди, знающие Бога, Его люди. И сейчас я хочу сделать одну очень особенную вещь. Нет. Прежде чем я кое-что хочу сделать особенное, но у меня есть одна просьба к пасторам, которые стоят на сцене. Пожалуйста, давайте протянем руки и благословим всех, кто жертвовал на этой конференции. Кто жертвовал до конференции особенно. И кто жертвовал на этой конференции. Пожалуйста, я вас прошу. Давайте подойдем прямо сюда. Я вас прошу, поднимите свои руки вверх и примите это Божье помазание. Пастор Пол, помолитесь, пожалуйста, за нас. Примите, пожалуйста, от Господа то, что Он приготовил для вас. Сойдет на твой народ. Во имя Иисуса Христа.
всех народов. О да. Йонде масса капуна мейтанде. Сиото попуа вела мошитана хапая. Тамуде дата масса. I don't want you to be in a hurry. Не спешите, пожалуйста. I'll sign the books later. Я потом буду подписывать книги. You can get your CDs later. Вы сможете получить свои CD. I want to do another symbolic thing. Мы что-то еще символическое сделаем. Sergey is the one whose heart put this conference together. Сергей вложил в свое сердце в эту конференцию. And he represents all of you. И он представляет всех вас. It's his vision. Это его видение. We're going to lay hands on him and anoint him. Мы хотим благословить его, возложить руки на него. To endorse the call of God on his life. Чтобы в его жизни Божье призвание возрастало. But by doing that, но делая это, we're symbolically laying hands on all of you. Мы символически возлагаем руку на каждого из вас. Pastor Sergey, pastors, come, come. Join their hands like this. Вот так, join their hands. Руки. По всему залу соедините руки. Соедините руки с кем-то, найдите кого-то. Father, Отец, we lay hands on Sergey. Мы возлагаем руки на Сергея. We endorse his vision. Мы принимаем это видение. We bless what you are doing. Благословляем то, что ты делаешь. May it set all of the Russian-speaking world on fire. Будет распространиться огонь по всем русскоязычным народам. From the east to the west. От востока до запада. From the north to the south. От севера до юга. We speak it now. Мы говорим этому сейчас. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. Receive. 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 Receive.
сейчас. Whatever nation. Все, кто слушает. From Moldavia. Любой нации. To Belarus. Беларусь, Молдова, Азия. Азербайджан, все народы. Тоже присутствие, которое здесь. Сейчас тебя с тобой дома. Прими это курение. Worship God. Поклоняйся Богу дома. And see what he will do. Смотри, что делает Господь. He will come near to you. Он приблизится к тебе. And he will bless you. И благословит тебя. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. Pick up the phone. Если ты по телефону. Call CNL. Позвони CNL. Send an email. Пошли email. Let us know that you've been touched. А расскажи, как Бог прикоснулся к тебе. Seek after God. Ищи Бога. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. Сейчас то, что здесь происходит, это благословенное помазание, и мы чувствуем присутствие Божие на этом месте. И в данный момент вы видите, как тысячи людей собрались, помазание, присутствие Божие. Если бы только знали, как это славно видеть присутствие Божие, видеть людей, славящих Господа. Это невероятное состояние, ощущение. Просто мы находимся там в облаке славы, в облаке благословений. Просто посмотрите на эти лица, которые сокрушаются перед Господом, которые просто восхваляют имя Господа, превозносят имя Иисуса Царя и поклоняются все вместе с Андреем Кочкиным. И вот какой-то раввин в шафар издает звуки трубные. Это такое благословение видеть это действие, это такая слава Божья. Мы наслаждаемся этим моментом, этим помазанием. Там просто все течет под присутствием Духа Божьего. Смотрите на эти помазанные лица. Я думаю, что сейчас все вы можете присоединиться к этому прославлению. Поднимите руки в своих комнатах. И просто мы прославляем вместе имя Господа Иисуса Христа. Воздаем Ему славу. Господь, Ты достоин чести. Ты достоин славы. Ты достоин благодарения. Мы поклоняемся Тебе. Мы величаем Тебя, Господь. Мы аплодируем Тебе. Ты достоин хвалы, Господь. Ты достоин чести. Ты достоин славы. Тебе хвала. Тебе хвала. Господь, слава Тебе. Слава Тебе, Иисус, Господин наш. Величаем Тебя. Прославляем Тебя, Господь, отсюда, из Киева. В прямом эфире говорим благодарение Тебе, Господь. Мы славим Тебя, Господь, вместе со всеми зрителями, Господь, сейчас. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Прими славу, прими честь, прими благодарение. Господь, слава Тебе. Слава Тебе и величие, слава Тебе и благодарение. Хвала, хвала, хвала Тебе, Господин наш, славный Бог наш. Вместе с тысячами верующих, собранными здесь в Киеве, мы воздаем Тебе славу, воздаем Тебе честь, мы воздаем Тебе хвалу. Господь, хвала Тебе. Славим Твое святое имя. Славим, Господь, славим, славим Тебя. За все, что Ты совершил. О, прими хвалу, Господь, прими, прими. За жертву, которую Ты совершил, отдал Иисуса Христа. И через кровь Иисуса мы имеем доступ к престолу благодати. Мы имеем доступ, Господь. Мы можем прийти в святое святых, пережить Твое прикосновение, Твою благодать, Твой дух, Твое помазание. Хвала Тебе, Иисус. Хвала Тебе, Иисус. О, мы видим сейчас звук шафара.
народ, знающий звук шафара, трубный звук. Это звук пробуждения. Это звук славы Божьей, приближающегося Господина. Мы поклоняемся.